Старты на свежем воздухе во время длинных новогодних каникул в столице Чувашии прошли лыжные соревнования «Рождественская гонка». Первый лыжный марафон 2019 года. Принять участие в рождественской гонке вызвались более 200 спортсменов со всей республики, соседних регионов Москвы и Якутии. Рождественские гонки – это впервые эти соревнования не только республиканского уровня, уже, можно сказать, межрегиональные эти соревнования. Почему? Потому что с 5 регионов приехали. Приехали с Москвы, приехали с Саха-Якутии. Это же здорово. И издалека люди едут к нам. Почему? Потому что им здесь комфортно, с одной стороны. С другой стороны, лыжная трасса подготавливается очень хорошо, потому что есть соответствующая техника для этого. Второй год подряд в лыжной гонке принимают участие спортсмены из Москвы. Именно в эти дни на базе Центра зимних видов спорта в Чебоксарах у них проходят тренировочные сборы. Для москвичей сегодняшняя гонка – показательная тренировка или даже генеральная репетиция перед всероссийскими турнирами. Рельеф трассы подходящий. Поэтому мы выбираем это место. И в дальнейшей подготовке у нас дальше начинается первенство Москвы с 19 января. Ставку делаю сегодня на возраст 2001-2002. Это старшая возрастная категория. Вот. У меня является спортсменом победитель первенства Москвы. Один из моих учеников здесь. Вот. Надеемся, что сегодня выиграем местных. А местные, команды из районов республики, к этим стартам подошли ответственно. Боролись за каждый метр, экономили каждую секунду. Лыжникам и лыжницам необходимо было пробежать свободным стилем. Мужчинам дистанцию 15, 10 и 5 километров, женщинам 10, 5 и 3 километра соответственно возрасту. Неплохие результаты, как всегда, показали чебоксарские, канашские и моргаушские лыжники. Я занимаюсь 7 лет лыжами. Соперников я слишком не знаю, но знаю некоторых сильные. Трасса очень хорошая, ехать легко, не тяжело. Ошибки, наверное, были на подъемах, а так-то все хорошо. Второй год подряд старт традиционной рождественской гонки проходит на новой площадке возле строящегося биатлонного центра. Поменялось место старта для этих участников. Осваиваем новую площадку. Она уже обкатана нашими лыжниками. Они высказали самые хвалебные слова. Она и подходит и в плане профессиональной подготовки, и в плане своих размеров. Это тот случай, когда проигравших нет. Главная задача соревнований – приобщить к занятиям спортом как можно больше жителей республики. Тем более, что в этом году в каждом муниципалитете обустроили лыжные трассы, залили катки. И многие жители Чувашии провели на них все новогодние праздники.